Всем привет! Итак, 6 часов утра. Пляж Алона Бич, остров Панглау, с которого сейчас мы поплывем на лодочке на остров Баликасак, который самый ближайший к острову Панглау. Вот такой вот рассвет, уже рассвело, народу здесь немного, и все ждут отправления лодочки. Сегодня почему-то волны с утра, но я надеюсь, что там будет получше. Вот такая вот лодочка, которая везет туристов на остров, чтобы посмотреть местные красоты. Все, мы уже сели в лодку, отплываем. Вот мы и высадились на остров Баликасак. Он полностью коралловый. Людей здесь мало и очень красиво. Остров Баликасак полностью коралловый. Он состоит из мелкого песочка и мелких измельченных кораллов, которых очень много на берегу. Также здесь есть вся инфраструктура полностью, все, что нужно для жизни, для отдыха и для приятного времяпровождения, потому что здесь есть и кафе, и есть где переночевать, и вообще здесь очень красиво. Вот есть здесь различные кафешки, которые еще закрыты. Гамаки тут висят, где можно полежать. Но остров Панглау остался далеко позади. Сейчас я хочу обойти этот остров по кругу и посмотреть со всех сторон, что здесь есть интересного.
остров Баликасак полностью коралловый. Здесь очень много интересных кораллов, ракушек и окаменевших вот таких вот глыб, которые прям выступают на берегу. Вот, это все окаменевшие кораллы. Вот я наплавался с маской, теперь немножко отдыхаю здесь. По острову сейчас погуляю и поснимаю тут красивые места. Сам остров Баликасак небольшого размера. Здесь тень, деревья такие высокие, причем различные. Тут и австралийская акация, и чего тут только нет. Вот. И здесь территория разделена. Здесь есть кафешки, есть такие вот дорожки, по которым можно прогуляться. В тени деревьев, чтобы на солнце не сидеть, потому что очень жарко. И вот сейчас вылезло солнышко, туч почти нет. Легкие облака только плывут, но довольно жарко на пляже. Есть здесь несколько домиков, то есть где живут люди. И приятно проводят здесь время. Вот. Имеют свое хозяйство, поэтому этот остров населенный. Здесь домики постоянные. И причем они все, этот на сваях, этот просто на земле, сделанный из бамбука. Естественно, асфальтированных дорог здесь нет никаких. Улицы здесь вот такого плана. Катаются здесь на велосипедах, также на скутерах, на байках. И вот такие дорожки здесь по всему острову. На острове есть школа, где учатся детки. Все очень цивильненько. Маленькие магазинчики, всякие кафешки. То есть такое свое микропоселение.
сейчас я пришел на другую часть острова. Здесь очень красивая голубая вода. Какой же красивый здесь цвет воды. Thank you.